Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас посмотрим анимацию «Проснись, помни! Время приключений» от студии Glitch, вот, которая выпускает цифровой цирк, ну, то есть это анимация, скажем, такая разбавочка, да, перед сериями, потому что, ну, все-таки серии там достаточно долгие, делаются недолго, поэтому, ну, как бы, вот, держите вкусняшку, как это. Да, лайкосик поставили авансом, поехали посмотрим, а ссылочка на оригинал будет в описании, поехали! Ой, слава богу, моргнула. Помни, угадай, что? Нет. Ты права! Пилотная серия удивительного цифрового цирка достигла нашей цели в один просмотр! И теперь будет повышена до первого эпизода полноценного сериала «Удивительный цифровой цирк»! Разве это так должно работать? Заткнись, мне нужно так много тебе показать! Твое маленькое плачущее личико оставило слезками свой след в интернете, о чем я по канону вообще понятия не имею! Взгляни! Что за хуйню я смотрю сейчас? Последствия наших действий. И дальше будет только хуже. Нет. Но я хотел показать тебе не это. Я хотел показать тебе все крутые приключения, через которые ты и твои веселые приятели пройдут. Как вот это крутое конфетное королевство. И королёр с дробовиком. И не будем забывать про труд за минимальную ставку. А как насчет... Подожди, это еще не закончено, не смотри! Привет, Кейн! Я убью тебя! Что? За что? Я просчитала все сценарии и увидела, что у меня нет ни одной реплики, а Луны целых две! Ну, как бы, думаю, мы бы могли дать тебе еще несколько реплик. Оки-доки, забей, я больше не хочу тебя убивать. Кстати, о репликах, у нас будут реплики, все возможные есть, новые диалоги со многими нашими новыми красочными персонажами. Новыми? С таким количеством новых персонажей, только представь себе все те жестокие войны шиперов, с которыми мы совсем не сможем ничего поделать! Это крик о помощи? Ясно. Я подзавис на секунду, что случилось? А ты... А как поддержать производство этого крутого нового шоу? Отличный вопрос, помни! Все продажи сувенирной продукции идут на финансирование шоу и позволяют нам делать более масштабные и безумные вещи! Ух ты! Стал бы пином и продался, чтобы финансировать больше дурацкой рекламы! Как этот пин с пузырьком! И этот пин, помни! И мы не можем забыть об этом... плюшевом мне! Также в наличии эти классные футболки и наклейки с цифровым цирком. Плюс ограниченный выпуск всех саундтреков пилотного выпуска удивительного цифрового цирка на виниле. И это я еще не упомянул эти классные пластиковые фигурки, с которыми хорошо адаптированные люди смогут вести себя нормально и ответственно. Все эти продукты доступны только в digitalservice.store. Любой другой источник является грязной подделкой и не будет поддерживать шоу. Независимо от того, как он выглядит. Это digitalservice.store. И это все, что я хотел объявить. Пока! Пока! Подождите. Нет, не это. Хотя... Ну, я смотрю сейчас! Подожди. Стоп! О, милашка. Я видела барышню. Так, еще раз! Ага, это мы видели. Какой-то... Странный дракон. Какой-то пузыричел. Он похож на шоколадку, но он не шоколадка. Он, знаете, как будто маскот Баббл Милки. Какой-то... Вот это реально Милка. Там еще был, но я его не поймаю, скорее всего. Вот это милашка, я не могу! Это мы видели? Барышня. Ой... Так, хорошо, подожди, а теперь поймаем перед шоколадным. Нашими... Это сложно, это сложнее, чем я думала. Я перемотаю, когда сделаю это, я вас... А, там был магнитофон, я успела увидеть, там был какой-то магнитофон. Можно, конечно, было поставить на скорость поменьше, но я слишком
Но я слишком, да, чтобы таким заниматься. Но, блин, как он меня вначале напугал? Я же реально испугалась, блин! Наш фот прыгнул. Мне еще уведомление пришло на телефон, я такая... Ладно, потом гляну, смотрю, и на меня просто это вылетает! О, это значит, для меня было как будто «Не отвлекайся от просмотра!» Вот так вот это было! Для меня, боже, это... Это было прикольно, это было... Не, мне кажется, они столько персонажей не добавят. Как будто бы это слишком много персонажей, чтобы добавлять их прям столько. Там прям их дофига было. Два маскота Милки, обычный Bubbles. Bubbles, не помню. В общем, ребят, спасибо большое за просмотр. Да, это была, получается, реакция на рекламу, но я ни о чем не жалею, потому что это было прикольно. Очень здорово, что они, типа, задели эту проблемку. Это про нее, R34, потому что, ну, реально, оно настолько быстро начало развиваться в плане цифрового цирка, что там даже видосы начали записывать о том, насколько это вот все вот просто вот так вот моментально начали вот так вот штамповать, ой, не штамповать, как это, генерировать просто огромнейшее количество. В общем, ребят, спасибо большое еще раз за просмотр, ждем новых серий. Скоро обязательно приступлю к просмотру дронов-убийц, потому что там вышло дофига серий. А в описании знаете, что написано? Мы усердно работаем над дронами-убийцами и скоро выпустим финальные эпизоды! Я еще, я не знаю, сколько я посмотрела, 1, 2, 3 эпизода. А потом все, ну, попозже посмотрю. И как-то вот оно вот... ушло от меня куда-то и потерялось очень сильно. А тут финальный эпизод, а я, блин, я не знаю, мне кажется, я даже не половину посмотрела. В общем, ладно, спасибо большое за просмотр. Ссылочка на оригинал будет в описании. И все. Пока-пока.